Жительница Усть-Илимска Алена Суранова – сирота. Девушка стоит в очереди на получение жилья с 2011 года. Пока училась в университете, жила в общежитии. В 2013-м, закончив вуз, фактически осталась без крыши над головой. Ютилась по знакомым. Сейчас девушке приходится снимать квартиру. В 2013-м я начала писать в администрацию. Мне отвечали, что средств нет. Потом то, что конкурс типа не прошел, и поэтому квартир нету. Я написала в суд. В феврале у меня был суд в 2014-м. Мне ответили, что да, жилье выдадут, надо только ждать. Алена не единственная, кто давно ждет квартиру. В Усть-Илимске в очереди на жилплощадь стоят 370 сирот, не имеющих своего жилища. Право на квартиру они получают в возрасте от 14 до 23 лет. Проблема в том, что жилье по закону выдается только в новостройках, а таких домов в районах Приангарья очень мало. И получить его могут только те, кто вставал в очередь не в муниципалитете, а в Министерстве имущественных отношений. Так, в 2015 году 14 человек переехали в новую жилплощадь. Квартиры предоставлены в Иркутской области. В частности, 5 квартир было предоставлено в поселке Сосновый Бор, это 40 километров от города Иркутска, 2 квартиры в городе Свирске и 7 квартир в городе Шелихово. Те, кто встал в очередь еще в органах местного самоуправления, тоже сохраняют право на жилье. В бюджете города в 2015-м на эти цели предусмотрено около 8 миллионов рублей. Это на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. В данный момент у нас уже готовятся заявки на проведение торгов в электронной форме. Получается, на 8 квартир у нас сейчас будут поданы заявки. Готовится техническая документация с требованиями администрации, какие квартиры мы будем приобретать. Максимальная цена по аукционам около 800 с лишним тысяч. В местных органах опеки и попечительства утверждают, квартиры выдаются на равных условиях и в порядке строгой очереди. Поэтому Алене Сурановой остается только ждать. Однако есть вероятность, что квартиру она все-таки так и не получит. Ведь в этом году девушке уже исполняется 24 года, и право на бесплатную жилплощадь теряется. Даниил Рудаев, новости сейчас.